оставим открытой. Почему вы так говорите? Всего лишь 3 метра. 3 метра означает там всего лишь 3 машины. 3 этажа это не имеется в виду, что это будет что-то огромное? 3 этажа, 4 этажа это зал хореографии, учебный центр. Даже одноэтажное здание не надо нам ничего. Нам это не надо. Нам нужна своя детская площадка. Это вот такие пластмассовые. Нам нужна простая государственная территория с детской площадкой. Все. Я вам же объяснил, нет гарантии, что у нее пойдет бизнес. Так, допустим, если она даже и построит. Она потом продаст эту землю. Нас не послушает. Да. Допустим, продаст. И нет гарантии того, что она завтра продаст, а другой человек уже здание построено будет. И там может быть кафе, ресторан, что угодно могут построить. Понимаете? Вот. Потом, знаете, мы еще страдаем, наш дом страдает канализацией. У нас вообще плохая канализация.